Она не ленивая, вообще не ленивая. Не как папа. Давай. Бу-бу! Давай колготки надевай. Давай колготки. На умку пойдет там пьем. Вот, давай. Давай, мы с тобой договорились. Да, конечно. Я вообще понял. Марюш, ну мама пошла тогда, ты здесь оставайся. Папа тоже пошел домой. Открой дверь. Открой дверь. Мелочь, а мелочь. Кого одевать-то? Кого одевать-то? Кого одевать-то? Вот она давно уже такая не была. Она все время ходит, плачет, кричит, что-то это. Что-то поиграет, то на руках, она все на руках. Она все на руках не была. Все, иди, тебя поймает. Иди, тебя поймает. Иди, тебя поймает. А что, ты мелочь, ты играла, играла. Мелочь, а мелочь. Подножка. Он упадет. Не дай бог, опустить недорасы. Подножка. Скажи, я основная, я сама мягкая. Плюхуй к вам, не весело быть, да, плюхуй? Иван, потише сделай, Ванюша. Упала? Давай. Ваня в опасности. Ну, отдыхает. А ты телефона с собой не бери завтра, пусть нами в лото играет. Александр купил лото, где купить лото? Ленку надо Рязанову позвать, мне в лото есть. Мы это как-то проходили, было как-то так. Все, уже лег. Лото? А ты уверен? А ты умеешь играть одной фишкой? Одной фишкой умеешь Ваня, играть? Ваня, что это фишка? На одной поле. На одной карте. На одной карте одной фишкой умеешь играть? Какая разница, на трех, на одной. Одной фишкой умеешь играть? Нет, подожди. У тебя одна карта, одна фишка. Ну, в смысле одна фишка? У тебя одна карта. Ну? А то, что я выполнил, это другой вопрос. Правильно? Нет. Так, нет. Я говорю, ты на одном поле умеешь играть? Ну, у тебя одна карта, у тебя 66, там, 83, у тебя просто выпадает одно что-то. Ты карту берешь одну. Короче, я завтра тебе деньги высосу. Ты без денег останешься. Ты можешь взять 5 карт. Как у меня нет денег? У нас есть деньги. А? У нас есть деньги. Сейчас есть, через полчаса их не будет. Что? Не забираю мне. Не забираю, завтра можно их поиграть мне. Завтра на деньги играю. Куда ты прямо сначала ночью сегодня заработаешь? А у тебя есть бабло? А у тебя? Наличными есть? А у тебя? Ну, вообще не копейки. Тогда хочу ты чизишь. У тебя косарь есть хотя бы? Косарь будешь. Косарь у тебя есть хотя бы? Отрабатывать будешь. А, то есть мне отработать надо, чтобы поиграть в лото?